Черт, не вышло из меня сильной женщины. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я мог сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Все страшней, все ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте! Повторяю, мы на месте! Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность! Не стрелять! Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро! Не реагирует, на нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и все вспомнил. Она была мертва. Боль. Мое преступление зияло за спиной черной бездной. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Мы на месте. Знакомьтесь, Макс Пейн. Ну уже! Есть здесь кто-нибудь? Макс, насчет давешнего. Я бы ее трахнул. Макс Пейн, брось оружие! Полиция, не с места. О чем ты думал? Назад, Пейн. Макс, Макс, ответь мне, Макс. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. Дом Пейна. Это доктор Магдалана, не отложка. Освободите койку, которую я резервировала. Сотрудница, которую мы ждали, скончалась по дороге. Ее везут в морг. Считайте, он труп. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Thank you.
одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн. Уинтерсон. До тошноты. Погожий летний день. Капли дождя блестят в траве. Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Твою мать! Что за черт? Прошлого не сможешь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться. Только на этот раз она будет еще глубже. Убежать от прошлого, перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан. Мосты сожжены. И дальше было только хуже. Вспоминать точно, собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки, отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести свободу. Вы там! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание! Перекрыть все выходы! Целуя ее, я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную! Всех, кого можно, сейчас же сюда! Мне страшно. Но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Я жаждал понести наказание, но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из бойни без потерь. Даже героям. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу, в нью-йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято, еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали, но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад, так он однажды сказал. Дайте подкрепление. Они вооружены. На
помощь? Возможно, есть заложники. Два сына. Подкрепление начинаю. Я иду внутрь. Я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида ножа. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления. Полиция! Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираю. Че по закону, че слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте! Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда. Живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клёвая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. Вы понимаете, о чем я. После вас, детектив. А, детектив, вот кое-что для вас. Огонь на поражение! Неуважение. Вот что это такое. Мы пытаемся навести здесь порядок, а эти недоумки весь пол кровью заливают. Мне это все и дело. Надо убивать их как-нибудь так, чтобы крови не было. Газом травить или ядом, или еще как. Эй! Разберутся с этой Джеки Браун, мы сваливаем. Ладно, тогда я соберу ребят и посмотрю, чтобы все было убрано. Тела, кровь, отпечатки, волосы, обоймы, гильзы. Когда мы отсюда свалим, копам не останется ни одной улики. Чисто как в аптеке. Прикончится! На вид это было похоже на оружейный склад, только обчищенный.
Это Энни Финн. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. У вас одно новое сообщение. Энни, душка, это Влад. Быть оружием в твоих нежных руках — все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал, возникли проблемы. Не волнуйся, но следи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни, и я буду у тебя. У вас нет новых сообщений. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие! Пришли ее! Нет! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. Я не мог ее спасти. За ним! Не дай ему уйти! Нам пора перестать встречаться таким образом. Мона! Убейте его! Это просто самообман. В лучшем случае ты просто... Молния может оживить тебя без предупреждения. Подкрепление прибыло. Но больше...
все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Пейн. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я старался вести себя профессионально. Но все изменилось, когда подошел тот лифт, открылись двери, и появилась Мона. Энни Финн изготавливала оружие и торговала им совершенно законно. Хозяин склада Владимир Лем. Там были три силы. Во-первых, те трупы, связанные с русскими бандами. Работодатели Финн. Во-вторых, мафия. И, наконец, это публика в комбинезонах уборщиков. Они говорили про какого-то Кауфмана. Гнусная история. Причем худшая впереди. Не нравится мне это. А мне тем более. Пейн, возьмешь этот бред. Уинтерсон, тебе убийство Себастьяна Гейта. Мечта газетчиков. Сенатор? Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. И бравура это знал. Нам повезло. Есть свидетель. Она стояла за моим плечом, шепча советы. Я не хотел ее слушать. Уинтерсон подозревала Мону. Я не стал говорить, что ее видел. Решил их запутать. Может, из-за того, что она осталась жива, когда все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Аппарат детектива Уинтерсон? А ну дайте сюда. Ваш кавалер. В компьютерных досье не нашлось ни фирмы «Чистка до блеска», ни Кауфмана. Я поехал к Владу узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Финн. Влад купил старый клуб «Рагнарёк» и собирался устроить там модный ресторан «Водка». С появлением Моны что-то сместилось, начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа, позвольте представить вам Макса Пейна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от пуль.